Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас в своем канале. Сегодня я получила посылочку вот с Димитриса. Здесь в коробочке находится бегон. Я сама в нетерпении, даже вот не представляю, что там меня ждет. Давайте распакуем, посмотрим. Вот была в коробке приклеена такой вот лист бумаги. Здесь описывается перечень сортов бегоний, которые я заказывала. Так, вот. Эта посылка отправлена новой почтой. Давайте посмотрим, как пакуют профессионалы сорта бегоний. Вот, видите, упаковка. В принципе, как я уже и рассказывала, упаковано так, чтобы они не болтались. Ну, да, полностью по размеру коробки. Завернуто все элементарно в туалетную бумагу. Очень много, вот видите, очень много намотано, чтобы растения доехали целые. Вот никаких подставочек, подпорочек. Бегошки лежат, не стоят, а лежат. Вот. Все плашмя разматываем. На горшочке написан название сорта DS Галактика. Это вот такая красивая двойная ракушка. Вот уже завиваются листочки. Вот размер листьев, видите, размер детки просто шикарный. Шикарные детки. Спасибо Димитрису, что он так выращивает, они очень большие молодцы. Разматываем дальше. Вот вот просто и достаточно просто, да, вот запаковано без каких-либо подставок. Это все быстренько наматывается, да, разматывается быстро. И самое важное, что оно доезжает очень замечательно. Такие огромные большие растения доезжают в целости и сохранности. Хотя, если кто-то вот общался с бегониями, они достаточно хрупкие. Бегошки, вот, тем более декоративно-лиственные. Но, как видите, таким методом упаковки прекрасно доезжают замечательные растения. Вот они чуть постоят, распрямятся. Будут у них красивые листочки, с ними мы укореним. Вот. Я уже научилась немножко их выращивать. Вот. Теперь смотрим дальше. То же самое. Вот распаковываю. Вот стаканчик. Это рождение огня. Это сорт рождения огня. Вот какие они закручены. Очень красивые ракушки. Замечательные листики. Очень красивые вообще. Я балдею. Это вот у меня началась любовь к бегониям. Решила попробовать на свою голову. В кавычках, конечно. Но очень красивые они просто. Они вот с детства красивые. Вот как Елена Еникеева написала, вот, что бегонии красивые, декоративно-лиственные с детства и всегда. Вот если их поливать, удобрять, они, конечно, больше воды пьют, чем фиалки. Ну, вот кто выращивает фиалки. Но они не настолько капризные, как я думала. Вот у меня даже лучше пошли бегонии, чем стрептокарпус. О, это, конечно, класс. Красивые очень. Это просто такие листочки. Я обожаю. Такой контраст. Видите, какие аккуратные, ровненькие. Листики здоровенькие, деточки крупные. В общем, замечательный посадочный материал у Димитриса. Вот кто не покупал, пожалуйста, можете посмотреть, оценить. Это взгляд со стороны абсолютно. То есть я тут у них на сайте нашла, заказала то, что мне понравилось. В общем, видите, да, красота какая. Это лунный свет. Вот. Ну, еще в коробке у нас еще хватает распаковывать. Это я к чему? Почему я решила распаковать, да? Чтобы, когда вы смотрите ролики
об упаковке, да, вот там вот всякие вот эти все тарелки, чашки, кто там еще что-то ставит, картонки. Все достаточно просто. Просто, и главное, тут не важно в том, да, чем упаковано. Главное, что вот это вот, оно доехало. Преодолело огромное расстояние, приехало к нам. Вот, новая почта, опять же, таки себя зарекомендовала очень хорошо. Достаточно быстро, качественно довозят растения. И вот вам упаковка. Если занимаетесь бегониями, фиалками, фиалки то же самое можно паковать. Намотал снизу, сверху и вперед. Вот, у каждого, конечно, своя упаковка. Но я вам показываю, что никаких ватных палочек, подставочек, ничего нет. Просто намотана для амортизации бумага. Мягкая, замечательная бумага. Так, это тарантул. Это он идет как... маленький, там, не миди, не макси, он маленький сам по себе. Вот, поэтому такой вот класс. Эти крапушки, эти завитушки, это вообще... Это, конечно, радость жизни. Это когда что-то новое такое появляется. Я, честно говоря, в бегонии это моя вторая любовь. Первая любовь, это, конечно, фиалки. Потому что я давно ими как бы выращиваю, очень давно. Еще со школы. Вот. Это вот, пожалуйста, бегония. Очень красивая, замечательная. Надеюсь, что я также буду их выращивать, вот как выращивать Диметрис, хотя бы близко к этому, потому что, конечно, я понимаю, что у них не то чтобы как бы условия, уже знают они там удобрения, полив, как часто, там вот как все. Это тоже нужно подловчиться. Ну, будем стараться не отставать, а спешить за ними, чтобы у нас получилось... Такие же получились красавицы. Вот. Вот еще одна деточка. Видите, ракушка красивая, называется DS Япония. Вот, посмотрим, какая она вырастет. Вот так. Не буду я вас утомлять всей упаковкой, потому что там еще много разматывать. Но, в общем-то, видите, да, вот качество посадочного материала, качество упаковки, как доезжают. То же самое еще хочу показать, да, вот никаких дренажных отверстий. Я еще дам ссылку, посмотрите, там есть тема на Диметрисе, почему они не делают дренажные растения, ну, отверстия в стаканах. Вот растут. Нормально, прекрасно, зная меру полива, насколько нужно их поливать, можно не делать. Вот, ни дренажа, никаких керамзитов, пенопластов, опять же, да, вот все говорят, надо керамзит, пенопласт. Вот я, в принципе, почему не кладу, потому что, ну, когда я выращивала и училась, керамзита, пенопласта не было. Поэтому мы уже так садили, как есть, и, пожалуйста, растут. Замечательные, прекрасные, очень красивые растения. Ну, они распрямятся, я распакую, они распрямятся. Я сделаю видеообзор по вот этим вот всем сортам, которые я приобрела. Вот, посмотрите, увидите, какие они будут красавицы уже при нормальном освещении. Потому что сейчас уже вечер, я не хотела дожидаться до утра. Вот, чтобы они побыстрее распаковались и уже почувствовали свободу. Будем стараться выращивать, учиться. И заниматься бегониями тоже. Спасибо за просмотр. Удачного вам дня!